я садила передачку. Наше трио и дал нам возможность порепетировать. Иначе бы мы здесь с вами сейчас не встретились, потому что было так холодно и мокро. Так что спасибо огромное, друзья, что вы поделились своим пространством. Спасибо большое. Следующая нашей программы — это тема Лары из музыки к кинофильму «Доктор Живаго». Thank you.
следующим номером нашей программы мы сыграем вальс из второй сюиты для эстрадного джазового оркестра Дмитрия Шостаковича. Если вы знаете. Друзья, вы знаете, вот я очень жалею, что вы не можете сейчас побывать на сцене,
ну, во всяком случае, все не можете, и ощутить вот ту атмосферу, которая у нас сейчас здесь происходит. Это реально что-то невероятное, это вот такой накал, температура, я не знаю, за 40 градусов жары. То есть просто вот это ощущение от такого музыкального слияния, ну, это реально на оргазм, не боюсь со сцены это сказать. Вот невероятное ощущение удовольствия и просто счастья. Я думаю, музыканты меня поймут, и не музыканты. Thank you.
из виноделия. Так, греческий танец. Виноделие. Это нам дополнительно поможет согреться. Пожалуйста, танцуйте. Можно похлопать. Опа, говорите. Да, опа, обязательно. Опа. У нас есть тут... Далее, наши друзья, которые... Тоня, какая-то мигнула сейчас. Я видел, это мигнула. Справа вроде. Справа? Да. Сейчас увидим. Ничья комиссия.
Аня преподает гитару, и ее каждый ученик говорит, когда она играет, испанский романс, это же украинская песня. Какой это испанский романс? Это же украинская народная тема. Вы услышите это сходство, мы его обыграли музыкально. А вторая часть этой украинской фантазии будет «Гопак». Давай. Второй мигнул. Thank you.
Есть бас, по-моему. Я тоже. Вместе с собой было.
Oh,
Да. Спасибо, друзья! Трио «Музальянс»! Браво!